23 февраля – один из любимых праздников в календаре памятных дат Международного инновационного университета. Гражданско-патриотическое воспитание – важнейшее направление работы вуза. Сегодня там в честь Дня защитника Отечества прошел праздничный концерт. Со знаменательным днем студентов и гостей поздравила ректор университета Галина Бирулава. В честь праздника в инновационном университете прошла интеллектуально-спортивная игра «А ну-ка, парни». Соревновались две команды, отвечали на вопросы викторины, писали письмо от лица солдата и отжимались. В ходе праздничного вечера студенты демонстрировали свои таланты, танцевали, представили зрителям сценические постановки. Звучали песни военных лет и песни о доблести российских офицеров. Великой Отечественной и действующие офицеры, которых пригласили на мероприятие, отметили важность таких встреч для воспитания молодежи. Мероприятие очень хорошо, красиво и достойно. Смотреть было что. Выступления всех прекрасные и успешные. По окончании праздничного концерта обе команды, участницы конкурса «А ну-ка, парни», получили грамоты и призы за участие в мероприятии из рук ректора вуза. Елена Овсецина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.